Здравствуйте. Добро пожаловать. Сейчас и здесь. Меня зовут Ровен Перриш. В Америке есть много людей, которые потеряли свои деньги. Больше десяти тысяч. Группа коллекторов мошенников виновата. Фиктивные коллекторы звонили американцам из Индии и попросили, чтобы американцы платили долгу. США правительства получили больше 4 тысяч жалоб американских гражданин на фальшивых коллекторов. Коллекторы сделали больше 20 миллионов звонков и получали около 5 миллионов долларов. Это самый большой мошенничество в истории США. Королевское телевизионное общество Великобритании признало катарский телеканал Аль-Джазира лучшим информационным каналом года, потому что он хорошо писал о арабской весне. Аль-Джазира выбрали из самого знаменитого канала в мире BBC. Телевизионным журналистом года в третий раз Алекс Крофорд, который работает в Sky News. После этого NHK поздравляет за освещение мартовского землетрясения в Японии 11 марта. NHK скоро начал прямую трансляцию о землетрясении. NHK предоставила первые кадры цунами. Филипп? Спасибо, Ра. А другой новости. Маленький конфликт между Америкой и Афганистаном случился позже зажжения Корана солдатами НАТО в понедельник 20 февраля. Президент США Барак Обама извинял письмо, которое он послал президенту Афганистана Амид Карзай в четверг. Коран, как все знают, самый священный текст для мусульман. В понедельник в 60 километра северо-западу от Кабула. Солдаты арестовали афганцев и конфисковали их книги, которые солдаты думали иметь экстремистский характер. И поэтому солдаты сожгли книги. За этот инцидент Талибан объявили противодействие против иностранцев. Но, счастливо, в Австралии компания Rio Tinto находила очень редкий розовый алмаз, который был 13 каратов. Рудник, который назвали Аргайль, и где самый огромный
Alnas Nashtal Naholisa V Okruga Kimberly Vetum Rudnike Okla Divanosta Prestientov Sie Rozovich Alnazov Naholisa Pierre Brazel Kamen Experti Atsinyat Kamen Is that them Almas Aslet V Mishinarodnaya Tune Da Conce the Vegeta Divinos or Divinatsa Dum Goda Kagda Bullet Chasni Axion Dorogia Kamienia Bichna Naholitsa V Museach Ili V Dortse I Patimu Nikton Mojit Asenit Stylmus Drekava Almaza Sichas Это вся новость, Сегодня. Спасибо и до свидания.